Добрый день, господа. Пришло время для развития ваших умственных способностей, логики и дедукции. И в этом нам поможет первая часть обзора, посвященная 5 лучшим логическим квестам на Android. Первая игра, которую я бы посоветовал, это захватывающий нуарный детектив, посвященный сказкам детства. Но это не обозначает, что игра The Wolf Among Us детская. Если вам мамка не разрешит до 18, то и соваться туда незачем. Кишки, оторванные головы на месте преступления, проститутки и наркоманы будут ждать вас на каждом сюжетном повороте. The Wolf Among Us считается одним из лучших квестов последних лет по причине того, что является по сути интерактивным фильмом, захватывающим сюжетом и вашим непосредственным влиянием на дальнейшее повествование. Вы играете за серого волка, да именно того, что проглотил красную шапочку. Но это было в прошлом. Сейчас же Большой Волк – настоящий шериф, которому необходимо присматривать за порядком и тем, чтобы сказочные персонажи принимали, так сказать, лекарства для очеловечивания. Но порядок и спокойствие в городе обрывается чередой жесточайших убийств, которые вам и предстоит расследовать. Для того, чтобы не только заставить ваше серое вещество работать, но и пополнить знания в области истории Первой мировой, я бы настоятельно рекомендовал квест Valiant Hearts. К тому же это не только красивейший квест, но и душещипательная история, которая заставит плакать даже представителей мужского пола. Четырьмя героями вы пройдете через всю войну на Западном фронте. У каждого есть своя нерассказанная история, и судьбы каждого из них тесно сплетены друг с другом. Любое новое событие или смена локации будет сопровождаться фактами из учебников по истории, военными сводками и настоящими письмами солдат. На пути вам предстоит не только заниматься поиском предметов и решением головоломок, но и опробовать элементы других жанров, грамотно вписанных в геймплей. Valiant Hearts – это игра, сделанная с большим уважением, вниманием и любовью к истории. Одна из немногих игр Ubisoft, в которой есть душа. Сотрудница одной из юридических компаний Нью-Йорка, Кейт Уолкер, получила четкое задание. Она должна оформить договор купли-продажи одной небольшой фабрики, хозяйка которой умерла. Для удачной сделки Кейт необходимо найти Ганса, пропавшего брата владелицы предприятия, который пропал много лет назад. Пройдя кучу приключений, вы все-таки найдете потерянного родственника. Казалось бы, все, дело сделано. Но, друзья мои, если бы на этом все и закончилось, разве был бы в этом хоть какой-то интерес? Ведь парапанковский мир квеста «Сиберия» окутан тайной. В поисках Ганса героиня пропитывается навязчивой детской мечтой старого изобретателя – найти долину, где обитают последние оставшиеся в живых мамонты. Да, в этой игре возможно все. Куда же приведет дорога к мечте и путь к своему глубоко скрытому «я»? Тебя ждет великолепная история, живые персонажи и интересные головоломки. И несмотря на свой возраст, «Сиберия» – максимально подходящая игра для первого знакомства с этим жанром. Захватывающий и легендарный квест The Secret of Monkey Island расскажет историю Гайбраша Трипвуда, попавшего на один из Карибских островов, чтобы стать настоящим пиратом. Но призрак пирата похищает его возлюбленную, и ему придется отправиться на остров обезьян, где его поджидает куча загадок и мистицизма. Судьба протащит вас по джунглям обезьяньего острова, населенного дикими племенами. Закинет на корабль призраков и окунет в настоящий ад. Но не стоит пугаться, ведь каннибалы здесь весьма милы и нетрадиционной ориентации, а скелеты пляшут да разводят скелетных свиней на корабле. The Secret of Monkey Island – это настоящая легенда квестов, повлиявшая не только на дальнейшую судьбу жанра, но и на кинематограф. Замечательнейшее творение LucasArt. Ну и конечно же, друзья мои, что может быть важнее и сложнее квеста «Найти самку»? Вам предстоит побывать во множестве передряг, в которые вас будет втягивать ваш
путеводный орган. Я бы сказал, в юмористически пошлом квесте Leisure Suit Larry вам предстоит не только развивать свои дедуктивные методы, но и взять пару уроков у мастера пикапа Ларри Лафера. Хотя, правильнее будет сказать, взять пару уроков, как не следует знакомиться с женщинами. И это мне когда-то весьма помогло. Еще в детстве я оттачивал свои навыки флирта вместе с похотливым и лысеющим девственником Ларри. Как вспомню, кучу часов я пытался пройти проверку на возраст, которую, кстати, в перезапуске никуда не дели. Так что попробуй еще поиграй. Реинкарнации подверглась не только графика, но и множество шуток и персонажей, что пошло игре только на пользу. Так что собирайся с тестостероном и вперед покорять Lost Wages. Ведь цыпочки ждут, когда их сердца завоюют страстные жеребцы, а не ты. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайки, качайте игры с нашего сайта бесплатно и не забывайте подписываться на наш канал. До скорого!